chiamo Samandari. Лады, поехали. Эй, сэр, извините за задержку. Значит, им в отель впало? Да, я знаю, где это. Вам повезло, что впало остался всего один отель. Видите самолет? В ближайшее время других не будет. На этом выбрали спугачи. Теперь вас отсюда могут вытащить только деньги и связь. Больше не соблюдает правил. Я говорил, что самолет улетел, но они мне не поверили. Думают, что большие самолеты еще вернутся. Что тут еще скажут? Только гляньте, засуха. Из-за пожаров сплошные потери. Моего брата была отличная бунгало и хлеб со скотом. Он был почти богачом, а в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Но он еще вернется. Снова Радио Свободы несет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС. Да, зараза мучает нашу прекрасную страну, и имя ей СНС. Подобно любой... Диджей мне нравится. Может, он музыку хорошую ставит? Кто знает? Вот его самый смелый чекпоинт из Куда собрались? Я с пассажиром. Везу его в городской отель. Вы из аэропорта? Да, сэр, из аэропорта. Джентльмены, вы ж тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Эти ополченцы приходят в нашу страну, крадут все. Ничего нам не оставляют.
Сейчас тут много солдат. Это хорошо. Они обычно сами собой заняты. Пусть это вас не беспокоит. Парни выпускают пар. Вы же понимаете, каково это. Каждый думает, как выбраться из страны. Тут только дураки остаются. Дураки и таксисты. Выглядите плохо. Устали, наверное. Отсутствие объекта в стране является дестабилизирующим фактором. На нем всецело лежит ответственность за ввоз оружия в страну, что является нарушением совместно подписанного соглашения. Его репутация опасного торговца оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу, а вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроит. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь, никто меня не убьет. Никто. Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Знаешь, когда-то я давно прочел одну книгу. До сих пор вспоминаю. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. Жизнь есть воля к власти. Другое значение не имеет. Вот так.
Джаки, мфуля пит. Погоня, Джаки. Перевяжи рану, пока не загноилась. Я Конкараш, а ты идиот. Ты на кого работаешь? Ты в гостинице завалил нескольких моих ребят, ты в курсе? Итак, теперь ты работаешь на меня. У меня есть для тебя несколько поручений, мальчик. Сначала подготовься, подбери снаряжение, боеприпасы и аптечку. Значит так, в Пава стряслась жопа. Должно было быть объявлено перемирие, но, увы. Я работаю на парня по имени Гакумба, местный босс Объединенного фронта. Все мои лучшие ребята сейчас сражаются против бойцов СНС. Значит, для прочих заданий у меня есть только ты. Так, первое, нужно починить эту проклятую колымагу. Справишься или у тебя опилки вместо мозгов? Постарайся как-нибудь запустить движок. У тебя малярия, так? Ты будешь валяться бревном, терять сознание, может быть, умрешь. Жаль. Охрана, открыть дверь! Ah!
Отлично. Теперь давай избавимся от кое-какого мусора. У СНС в полукилометре отсюда есть аванпост. Если с тамошними придурками что-то случится, я буду очень рад. Зачистил то место. У меня есть для тебя другая работенка, но я вовсе не хочу, чтобы ты свалился от истощения. Отдохни, пополни запасы и подготовься к выходу через несколько часов. В этом здании безопасно. Нашел базу СНС на юге. Большое здание, там устраивают петушиные бои. Разведай, что там и как.
Эй, я уже в курсе. Неплохо. Видишь кирпичное здание? СНСовцы там держат заложника. Иностранца вроде тебя. Нужно пойти и вытащить его. Разведай все заранее. Что за херня стряслась? Кто ты? Что за херня стряслась? Кто ты? Это все твоих рук дело? Где все охранники? Очень запущенный случай малярии. Нужно разделиться. Потом найди меня в баре Майка. Я знаю парня, который может достать лекарство. Договорились? Thank you.
Ладно. Позволь дать тебе один совет. Единственная валюта, которая здесь чего-то стоит, это неграненые алмазы. Не принимай бумажные деньги ни от кого. Я бы ими даже задницу не стал подтирать. Если работаешь на Афот, тебе платят камнями. Один из моих ребят, не самый умный, скажем, вез вчера кейс с алмазами. Оставил его где-то в лагере, отправился в город, и там его подстрелили. Возможно, это ты постарался. Короче, если найдешь камни, они все твои. В кейсе есть маячок, так что ты его без проблем найдешь по компасу. Не глупи, достань для себя лекарство. Расхаживать с малярией не лучшая идея. Попробуй спросить в баре у Майка, там пьют все иностранные наемники. Когда поправишься, найди офис фронта в городе, я сведу тебя с Гакумба. Эй, открой дверь! Thank you.
Ты меня помнишь. А может и нет, неважно. Меня зовут Иосип. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Без проблем. Вон у того парня есть пилюли. Много пилюль. Ты спроси. Всегда рад тебя видеть. Люди никогда не меняются. Вот чертовы пленки. Устроит? Это все, что у меня есть. Ты ведь наемник. Я сразу понял. Ты их не уничтожишь? Твои друзья обычно поступают именно так. Ты ведь наемник, я сразу понял. 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 Ты их не уничтожишь? Твои друзья обычно поступают именно так. Стоп, ты здесь не ради пленок? А, вот в чем дело. Понял. Таблетки можно достать в церкви впало. Найди там свечи. Конечно, если поторопишься. Только пленки отдай. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее... Так ты не один из них. Я Рубен Алуагемби, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде понял. Она слишком чистая. Кстати, ты рискуешь, говоря со мной. Я тут как бы персона нон грата. Военачальникам не нравится книга, которую я пишу. Книга о войне, конечно. Не забудь о пленках. Так ты... Ты не один из них. Я Рубен Алуагемби. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. А если вдруг какие проблемы, всегда рад тебя видеть. А если вдруг какие проблемы, ищи меня. Я всегда рад тебя видеть. Си, bueno. Hasta pronto. Так ты не один. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Так ты не один из них. Я Рубен Алуагемби, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде понял. Она слишком чистая. Кстати, ты рискуешь, говоря со мной. Я тут как бы персона нон грата. Военачальникам не нравится книга, которую я пишу. Книга о войне, конечно, и о всех них. Но в основном о торговце оружием, знаменитом Шакале. На пленках был именно он. Ты знаешь... Я на 16 войнах в Африке побывал. На 16. И каждый раз встречал его. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. А если вдруг какие проблемы, ищи меня, я помогу. Это я умею помогать людям. Я помог вернуться целой деревне. 10 племяшек, 12 племянников. Только без детей. Хорошо, только не здесь. Это не место для детей. Итак, приключение начинается. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Hasta pronto. Не
не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Так ты не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее человека бьешь, тем больше он ожесточается. Чтобы сломать его волю, сломать дух, нужно сломать его разум. Люди думают, что можно сражаться с честью, что есть какой-то правильный способ убивать врагов. Это ерунда, наркоз для совести. Нужно пережить настоящий ужас убийства, разрушить эту иллюзию, показать им, как страшно убивать человека, а потом показать, что ты наслаждаешься этим. Ранить. Затем добить раненого, сжечь, перерезать горло. Если разрушить их представление о том, что есть человек, станешь их личным чудовищем. Они будут бояться тебя, и ты станешь сильнее, станешь лучше. Но нужно помнить, что это демонстрация. Лев рычит с той же целью, горилла бьет себя в грудь. И если слишком увлечешься этим, погрязнешь в ужасе, станешь чудовищем, лишишься части себя, станешь меньше, чем человек. И это может быть фатально. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Не забудь о пленках. Кажется, я знаю, кто ты. Люди много о тебе рассказывают. Очень хорошо. Если понадобится помощь, найди меня. Моя фамилия Гильен. И держись подальше от группировок. Они звери, что те, что другие. Thank you.
хочешь. Проблем, козел? Тогда иди дальше. Не тащи ко мне, у них не заладилось. Погоди, я туда ближе подойду. Давай отсюда. Припасы. Смотри на идиота. Не, отвали, проход запрещен. Это что? Посмотри на идиота. Отвали, проход запрещен. Назад отвалил последний раз.
Ты меня помнишь. А может и нет, не важно. Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Без проблем. Ма. Так, у нас тут... Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему... Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Без проблем. Вон у того парня... Ма. Так. Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Ма. Так. Ма. Так. Ма. Так, у нас тут больной. Ему нужно лекарство. Без проблем. Вон у того парня есть пилюли. Много пилюль. Ты спроси. Всегда рад тебя видеть. Люди никогда не меняются. Вот чертовы пленки. Устроит? Это все, что у меня есть. Ты ведь наемник. Я сразу понял. Ты ведь наемник. Я сразу понял. Ты их не уничтожишь? Твои друзья... Ты ведь наемник, я сразу понял. 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 Всегда рад тебя видеть. Ты ведь наемник. Я сразу понял. Ты ведь наемник. Я сразу понял. Си, Буэно. Кажется, я знаю, кто ты. Люди много о тебе рассказывают. Очень хорошо. Если понадобится помощь, найди меня. Моя фамилия Гильен. И держись подальше от группировок. Они звери. Что те, что другие. Аста пронто. Ты их не уничтожишь? Твои друзья обычно поступают именно так. Стоп, ты здесь не ради пленок? А, вот в чем дело. Понял. Таблетки можно достать в церкви в Пало. Найди там свечу. Конечно, если поторопишься. Только пленки отдай. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее...
осторожно. Чего надо? Да? Мне к утру полный спальник муравьев пробился. Удачи. Здесь действует перемирие. Не забудь. Да, что? Извини, сейчас службы не ведутся. Тебе стоит сходить к врачу, а то в самом деле понадобится священник. Тебя прислал Рубен, у него было для меня кое-что. Я с радостью дам тебе взамен лекарство, которое у меня есть. Думаю, одну из них тебе стоит принять немедленно. Этого надолго не хватит, но я могу попробовать достать еще. Не все мои люди ушли. Многие в ловушке. Они боятся того, что случится, если их поймают при попытке уйти. Другие просто решили остаться. Мы попробуем помочь каждому, кому сможем. И человек вроде тебя нам не помешает. Возвращайся, когда тебе снова понадобится лекарство. Эй, ты знаешь... Подожди. Верно. Сдавай мне оружие. Что сейчас? Thank you.
Ты же не хочешь, чтобы тебя обошли? Слышишь, даже не думай помирать. Глупо было бы так умереть. Смотри в оба. Давай, поехали!
Извини, сейчас службы не ведутся. Тебе стоит сходить к врачу, а то в самом деле понадобится священник. Тебя прислал Рубен. У него было для меня кое-что. Я с радостью дам тебе взамен лекарство, которое у меня есть. Думаю, одну из них тебе стоит принять немедленно. Этого надолго не хватит, но я могу попробовать достаточно. Не все мои люди ушли. Многие в ловушке. Они боятся того, что случится, если их поймают при попытке уйти. Другие просто решили остаться. Мы попробуем помочь каждому, кому сможем. И человек вроде тебя нам не помешает. Возвращайся, когда тебе снова понадобится лекарство. Стоять! Сдавай стволы и прочее оружие. Я вижу в этом серьезную проблему. Люди могут решить, что это я дал приказ наступать. Еще один наемный солдат. Как быстро сейчас уходят наемники. Мы сражаемся ради Афот. Можете звать меня доктор Га... Перейдем уже к главному. Отправляйтесь в Южную пустыню. Найдите отряд и уничтожьте его снаряжение. После этого им хана. Вот здесь оплата.
веревки на палатке вырвало. Да? Да, что? Что ты хочешь? Со мной. Рядом еще есть противник. Проверь боеприпасы. Эй, проверь свои раны.
Тревога. Эй, проверь свои раны. Нашу страну.
Вы должны передать им то, что я сейчас скажу. Сражаясь за фронт, вы сражаетесь за рабочих. За людей, которые строили эту страну кирпич за кирпичом. За людей, которые шили одежду, которую вы носите. А теперь другие новости. Ожесточили войну. Да-да, я здесь. Счастье ведь не в деньгах, а в их количестве. Ага, вот и спецназ заглянул на огонек. Нужно их встретить. Отправляйся на Вилбу. Найди там слабака-бельгийца. Заставь его передать солдатам по радио неверные координаты. Эти ребята хороши, очень хороши. Схватимся с ними в пустыне, наверняка проиграем. Поэтому нападем на них в трущобах. Подожди, пока они не угодят в ловушку. И делай свое дело. Солдаты здесь, чтобы арестовать человека, укравшего их медикаменты. Ты случайно не знаешь, кто это? Я. Так что в трущобах им сюрприз. Найдут целую кучу краденого товара. Может быть, они заберут груз и забудут о том, кого хотели арестовать. А может быть и нет. Кто знает. Все равно тот, кого они ищут, готов к встрече. Но ему бы и не помешала твоя помощь. Найди на вилле коротышку. Заставь его дать им ложные сведения. Что-то не так. Где? Здесь. Давай проверим.
Давай-ка проверим. Кто нападает? Если б я... Combinati! Fatemi rifenti ai tetrati!